Давно уже введено, это не только сегодня, это разрешается, пожалуйста, вы можете писать, что вы гражданин России, а можете написать, что вы узбек. Ввиду того, что у нас огромная страна, многонациональная, это как бы людей иногда как бы обязывает или внутренних диаспора подсказывает, что вот надо написать, что ты тоже принадлежишь к этой нации или к этой. Но это везде есть, в Америке, во Франции, во всяком случае, пишут, что ты француз, в Америке пишут, что ты американец. Но если ты сам по воле желания хочешь, чтобы тебе туда написали, что ты негр, ну, пожалуйста, пиши, или что ты татарин. Это не возбраняется, но оно существует уже давно. И я считаю, что здесь ничего нет такого унизительного или оскорбительного для кого-то. Хочешь писаться, пишись. Понимаете, я называю себя художником, а кто-то называет себя, там, может быть, скульптором. Хотя и то искусство. Это все так очень условно. Я не вижу никакого криминального.